Зарядка на свежем воздухе, подвижные игры и новые друзья. В Ставрополе стартовала первая смена в одном из старейших детских лагерей «Лесная поляна». Торжественному открытию не помешал даже сильный дождь. Это единственный в городе круглосуточный санаторно-оздоровительный центр. Он расположен в живописном массиве Таманской дачи. Воспитанников ждет насыщенная развлекательная программа и много увлекательнейших занятий. Тема лагерной смены – экология духа. Мне рассказывали, что этот лагерь очень хороший, что здесь можно оздоровить свое здоровье. И я попросил, и я сюда приехал. У нас сегодня намечается лыжацкий концерт. Мы будем с лыжацким составом представлять свою команду. Так у нас планируется очень много мероприятий, в том числе патриотический квест 22 числа. Всего же этим летом в краевом центре будут работать 45 пришкольных лагерей. В них смогут отдохнуть почти 9 тысяч маленьких ставропольцев. Из этих пришкольных лагерей два уникальных. Это лагерь во дворце детского творчества «Веселый улей», который пользуется необыкновенным спросом у детворы и у родителей. Лагерь «Крепыш», санаторно-оздоровительный, 42-я школа. Уникален он тем, что открыт бассейн, и ребята вот уже первые по потока, все активно пользуются здоровьем, сбережением, и все активно плавают.